Здравствуйте, дорогие гости. 20-й турнир. Кажется, совсем недавно я вот участвовал в своем первом турнире в Пойковском, который я выиграл, который для меня стал первым крупным успехом, за которым потом последовали другие. И вот, кажется, это было совсем недавно, но тогда я был одним из самых молодых участников, мне кажется, вторым вот из самых молодых. А сейчас я, наоборот, второй из ветеранов. И уже другие молодые ребята учатся в этом турнире, достигают успехов и становятся, и прорываются на самый высокий уровень мировых шахмат. Спасибо организаторам.